50 верстах от Киева. Возвратилась вчера с прогулки, вся избитая, едва жива. Перед смертным часом она изъявила желание, чтобы отходную по ней читал ты, Хама Брут. Смотри, я иду и делать не умею. Да ладно, ладно, без всяких отлагательств. Собирайся в дорогу. Именитый сотник Нараш нас за тобой прислал людей к берегу. Что хотите со мной делать? По ней край не поеду. Да тебя никакой черт не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Благодари пана за мед и яйца и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, я тотчас пришлю. А тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь тому тусковать, то я прикажу тебе по спине и по-прочему так тебя молодым березняком, что в баню тебе больше ходить не нужно будет. Езжайте с Богом, гоните с пану. А я в дух, налей молодцам по чарке горилки. А ты что стоишь? С Богом! Да не забудь о том, что я тебе говорил. Да, философа привязать, и то как раз удерет. Здравствуйте, братец товарищ. Здорово, пан философ. Так вот тут и мне, братец товарищ, приходится сидеть вместе с вами.